сказал, сколько мне квадратов, и все. Вы знаете, я не так много приглашал. Потому что, как показывает... Один смотрит в будущее, другой смотрит непосредственно на вас. Я бы хотел, чтобы один из портретов стал официальным. Поэтому глаз народа, глаз Божий. Пусть люди выберут, скажут, например, какой портрет наиболее достойным. То есть мог бы стать достойным и занять место в истории и стать официальным. А при чем тут его портрет? Он через некоторое время будет другой президент. Ты что, каждого президента покупать портреты? Ну, для папы в подарок только, если. Почему так для папы? Ну, папа в правительстве работает, поэтому, в общем-то, ему нужен в большей степени. Я уважаю его как уже президента, да, но я бы не купила бы его портрет. Я бы тоже не купила. Ну для чего он? Да. Как вас зовут?